В Йешкар-Оле одним долгостроем меньше. Здание на Вознесенской 51, возводить которое начали примерно 10 лет назад, обрело и законченный вид, и хозяина. В ближайшее время сюда переедет региональное министерство культуры. Буквально на днях здесь завершились отделочные работы, качество которых оценил глава региона Александр Евстифеев. Руководитель республики осмотрел 4 этажа нового здания Минкульта и вынес свой вердикт. Здание строится давно, это долгострой, но вот теперь работы завершены и с хорошим качеством. Вы видели, что с подрядчиком, я довольно придирчиво обсуждал конкретные элементы этого здания. Работы выполнены, повторюсь, качественно. Назначение этого здания – это офисное здание Министерства культуры. Офисные здания в республике тоже нужны, потому что власть – это полномочия, не устаю повторять, но власти – это атрибуты. Министерство культуры и вообще сфера культуры в республике находится на должном, на высоком уровне, и министерство работает достойно, и мы можем приводить несколько примеров. Возьмем хотя бы Всемарийский хор, или возьмем наши театры, 6 театров, или возьмем тему посещения театров на 1000 населения, где республика лидирует и по Приволжскому федеральному округу, и в целом по Российской Федерации. Поэтому для министерства нужно офисное здание. В этом здании есть не только кабинеты министерства, но и 4-й этаж – это место общего пользования. Предполагается и эксплуатировать его для различных мероприятий, выставок и так далее. То есть это тоже полезное пространство. Что касается рабочих мест, что касается обеспеченности здания современной инфраструктурой, там, объектами слаботочки и так далее, все здесь на должном уровне. Поэтому задача в том, чтобы завершить переезд, не затягивая, потому что у нас впереди столетие республики, и для Министерства культуры это большая функциональная нагрузка. Все жители заслуживают того, чтобы культурная программа в республике в связи с этой датой была достойной, а значит, что Министерство культуры должно работать и масштабно, и эффективно, чего им и пожелаем. До новоселья предстоит решить ряд вопросов, в том числе обеспечить ведомство мебелью, навести порядок на прилегающей территории. Стоит отметить, что в новый дом Минкультуры переедет здание, построенного около полувека назад.